умру, да чего же я люблю. А когда буду помирать, прошу за видочку сыграть. А это что за точка? А ты, мой милый, дорогой, да посидим под грушаю. Ты споешь мне про любовь, а я тебя послушаю. А ты раздайся, мой веселый голосок. Расстояние небольшое, поле, озеро, лесок. А у милого моего тихая походочка, тихо он ко мне подходит, как по морю лодочка. А ты скажи, куда ходила через поле и лесок? Ты скажи, кому кричала, я слыхал твой голосок. Нужная тема это какая? Это класс. А голубая класс. Голубиночка да, на ножке расцвела. Милый мой, твоя улыбочка с ума меня свела. Ванны белые, гимнастики, массажи и немножко еще прикладываю. Ох, Венечка, у вас это ладно, вот сюда. Меня мама родила, как нарисовала. Светлые брови навела, да Катею назвала. Ну уже сколько здесь? Плюсик до скольки доходит? А хорошо траву косить, которая зеленая. Хорошо девку любить, которая веселая. Да-да-да, чисто уже все, уже есть. Друзья, всех приглашаем в наш фестиваль здоровья и долголетия. А не носите, девки, бусы, в бусах тоже не краса. Не за бусы парни любят, за веселые глаза. Приезжайте, это будет не усилие посадного микро, мирный Василёв. А после нас перепевают, мы неправильно поем. Ну и пусть перепевают, мы другую запоем. Нет, это правда, по-моему, рожечку чем еще. Ой, спасибо музыканту, 9 раз по 9. Нам такого музыканта поискать, да не найти. Начнем с молебна. О призывании помощи Святого Духа перед началом добрых дел. Вот это пространство обустроили. Я сам поменял свой вид деятельности, начал заниматься столярным ремеслом. Сейчас построил мастерскую столярную, занимаюсь детками здесь. И вот это наше все пространство, ремесленная слобода Глушенковых. Полгода назад у нас пришла идея. Уже какие-то похрому и все такое, чтобы все было красиво. Не хозяйка и более старинная. Рубаха широкие.
А тут лучшие специалисты по лепке глины у нас. Тимофей. Всем большое спасибо, у вас замечательные дети, все очень способные. Все будет замечательно, здесь очень много специалистов. Вот лично для себя я нашел очень много нового и полезного, на чем можно сейчас будет позаниматься. Ну и 20 числа у нас здесь смена будет детская, поэтому кто может, подъезжайте, мы с детьми плотненько здесь позанимаемся в течение 12 дней. Всем спасибо большое, очень душевно было. Спасибо. С кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? Еще. Да. Оп, а сейчас. Без тебя. Голову за плечи. Он меня.